церковь – это монастырь Сан-Стефан, где 7 церквей. И это вообще такая древность, это такого удивительного начала люди украшали. Фактически Круглевской Троице, к Феофану Греку, к Дионисию. Вообще здесь все такое изумительно красивое. Вот это вообще просто предтеча даже Тарковского. Вот. Видите? Здесь все просто дышит творчеством, древностью и каким-то духом человеческим. Умением молиться, умением трудиться, умением созидать, просто не знаю, что сказать.